Теплый забег 2018. На сайте russiarunning.com продолжается регистрация участников благотворительной акции, которую уже во второй раз проводит фонд «Дед Морозим». Забег состоится 11 ноября на территории Пермского госуниверситета. Трасса будет круговой. Организаторы предлагают три дистанции на выбор. Для людей старше 16 лет – 7 километров. Для взрослых и детей старше 11 лет – 3 километра. И забег на 600 метров для детей до 10 лет и их сопровождающих. Также участники смогут заявиться на командный зачет и побороться за звание самой яркой, самой быстрой и самой выносливой команды. Организаторы акции обещают много интересного. До и после старта здесь можно будет греться безалкогольным глинтвейном, поучаствовать в массовой разминке. Если на время забега участникам негде оставить ребенка, родители смогут воспользоваться теплой детской комнатой внутри университетского корпуса, где за детьми присмотрят педагоги. Для участников теплого забега будут организованы обзорные экскурсии по университету и в ботанический сад. Присоединиться к ним можно будет за благотворительный взнос, который будет направлен на развитие ботанического сада. Это можно делать не только в одиночку, можно семьями, можно классами, школами. Можно сделать там команду и одеться в любые совершенно костюмы, любым образом фантазировать. Чем смешнее, веселее это все будет, тем будет лучше. Все вырученные от стартовых взносов средства будут перечислены в фонд помощи детям «Дед Морозим». В рамках проекта «Вернуть будущее» их направят на оказание медицинской, юридической и психологической помощи сиротам с инвалидностью. На память все участники получат фирменные медали теплого забега, а также варежки или шарфы. Подробности на сайте dedmorozim.ru.